Быстрее, быстрее, быстрее! Молодцы! Ровнее спинку держим! Спинку! Голова Семенова еще! Молодцы, молодцы! Еще! Бравушки, молодцы! В обратную сторону! Поехали, поехали, поехали! Быстрее, 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 быстрее! Голубев! Исаков! Не кривляться! Пошли, 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 пошли! Yesterday evening I will go. Я не знаю, как будет диско-бар, Лидия Михайловна. Диско-бар. How often do you visit disco-bar? Do you visit disco-bar every night? Do your parents know about it? Чё? I understand only disco-bar. Понятно. Садись, сметанина. Нет, я не понимаю, как вы жить дальше собираетесь? Английский — это же международный язык, ваше будущее. English is an international language, your future. Кому я это говорю? Маш, ну что за манера? Выплюнь. Ты почему на физкультуре не была? Что мне, в туфлях бегать? Ой, солнышко, прости, пожалуйста. Я совсем забыла опять. Ну ничего, зарплату получим и купим тебе кроссовки. Да ладно, мам, не волнуйся, я подожду. Хорошо, пойдем. О, Лидия Михайловна, вы как раз мне не нужны. Здрасте, Ольга Савельевна. Зайдите ко мне в кабинет. Машуль, я быстро. Хорошо? Подожди меня. Ой, мам, я что, маленькая? Я сама дойду. У меня уроков дофига. Ой, ну что такое дофига? Что за манера, а? Ну ладно, беги, я тебя догоню. Это категорически недопустимо. По вашему классу опять самая большая задолженность. По уборке, по охране, ремонту. Ну, Ольга Савельевна... Нет, я вас понимаю. Но и вы поймите меня, надо же в школе как-то выживать. Я не могу все время что-то доставать из воздуха. Вы же видите, что в стране творится. Вот именно, что творится. Ну что я могу сделать? Понимаете, люди многие зарплату не получают с января. А некоторые вообще работы лишились. Они просто физически не могут. Нет, ну можно подумать, что я вымогаю какие-то астрономические суммы. Речь идет о 100 рублях... Один раз в четверть. Это 6,5 долларов. 6. В других школах уже давно берут и 10, и 15. И это правильно. Вот сегодня позвонили мне, что в этом месяце опять задержка по зарплате. И что? Хорошо, Ольга Савельевна. Я еще раз поговорю с родителями. Слава богу. Поговорите. Что там у вашего Кирилла? Как он там? Ну, хорошо, наверное. Обещал приехать в отпуск, но пока задерживается и не звонит. Не волнуйтесь, наверное, связь плохая, и не 94-й год. Ельцин вон с Ичкерией уже мир заключил. Все будет хорошо. Ну да. Ольга Савельевна, я побегу, хорошо? У меня там Маша. Хорошо, хорошо. Не стесняйтесь, надавите на родителей. Это же в интересах их собственных детей. Хорошо, Ольга Савельевна. Вы понимаете? Да. До ступайте, завтра. Ступайте. Ну ладненько, тогда заберу тебя сейчас, подвезу на работу. До скольки ты будешь? До 8. Отлично, потом вечером я тебя оттуда заберу. Хорошо. Маша, я дома. Мамочка, мамочка. Что такое? Папу ранили. Он в госпитале, мама, его чуть не убили. Маша, что ты такое говоришь? Это не я, это дядя Сережа. Здравствуй, Лида. Мы на блокпостах. До границы Ингушетии с Чечнёй месяц стояли. Завшивели все. Ни бани тебе, ни горячей воды, ничего. Кирилл колонну привел с заменой. До нас добирались благополучно. Обратно
шли в засаду, попали. Ну, боевики ночью границу перешли, с нашей ингушской стороны в спину ударили. Головную машину гранником поразили, но она нам дорогу и перекрыла. Кирилл под обстрелом бросился машину с дороги убирать. Боевики увидели, что мы уходим, и опять с гранатомета. Бабах! Кириллу осколками в грудь досталось. А что там говорить, если бы не он, хана нам всем. Ты поешь, вот сыр, да нет, хлеб, нет. Колбаса. Маш, подлей чаю дяде Сереже. Не надо, Маш, не надо, ничего не надо. Но мы сразу его в Моздок. Там первая помощь, хирурги. А потом сразу в Москву. Военный борт, госпиталь. Где он? Бурденко. Лида, я не буду тебе врать. Кирилл очень тяжелый. Я должна быть с ним. Конечно. Конечно, должна. Тут лететь-то. Кирилл легче будет, когда он тебя увидит. Угу. Ты скажи, тебе хоть в Москве есть где остановиться? Да, у меня же сестра там живет. Только у меня денег нет совсем. Нам с февраля не платили. Ничего, ничего, ничего. Я поговорю с ребятами, с командиром. Помогут. Лид, не плачь. Я прошу тебя, не надо плакать. Все будет хорошо. Привет. Да боже мой, что же это такое? Ага. Сослуживцы Кирилла собрали нам деньги. Мы вылетаем завтра. Маша со мной летит. А какой рейс? СУ-12-13 встретишь? Ну, конечно, встречу. Да-да-да. У нас вещей будет много. Я же не знаю, сколько мы пробудем. Ну, все, пошла собираться. Давай. Держись, держись, моя хорошая. Ну ладно, пока. Ну все, жду. Угу. Бедная Лида. Миш, ты? Да, я. Привет. Как Привет. День прошел? Нормально. Так, ну, руки мыть. Иди в ванную. Миш, ну что это такое? Да ладно, мам. Помидор вот бери. Тетя Лида завтра приезжает с Машенькой. Mm. Надо им освободить место. Ты переедешь в маленькую комнату, а они поживут в твоей. Угу. Mm-hmm. Вот. Тетя Клава из третьей квартиры дает свою кушетку. Завтра придешь после школы, поможешь мне ее перетащить. Не, у меня тренировка завтра. Придется тренировку отложить. У тети Лиды большое горе. А что случилось? Ну, что случилось? Дядя Кирилл ранен. Он в госпитале. Ну хорошо, я приду. Ты ешь давай. На, вот хлеб бери. Ну что там с нашим отчетом? Да не понимаю ты. Да сколько ж можно? Конкретно по каким-то параметрам. Проходите. Опять переделывать. В
вчера до вечера сидела. Добрый день. Да, вот, смотри. Давайте. Угу. Ну что, замечательно. Я думаю, пару месяцев вам хватит. Ну, вполне. Вполне может хватить, только не думайте, будто все просто. Да? Входите. А, Аркадий Васильевич, вы здесь? Вы-то как раз мне и нужны. Послушайте, а мне сказали, что вы ничего опять не привезли по нашей теме. Как так? Мы ждем больше месяца. Это становится просто невыносимым. Надежда Михайловна, я неоднократно вам сообщал. Лично моей вины здесь нет никакой. Угу. Людей не хватает, финансирование все меньше. Да-да. Зарплаты у сотрудников мизерные, пачками увольняются. Угу. Да что я вам все рассказываю? Вы и так прекрасно все знаете. Да, я все понимаю, Аркадий Васильевич. Только почему-то любые затруднения в филиале нашего НИИ оборачиваются задержкой именно моих тестов. Вы что хотите этим сказать? Я, по-вашему, провожу избирательную политику? Именно. Коллеги, я вас умоляю. Сейчас всем трудно. Всем. У меня есть предложение. Рациональное. Экспресс-анализ штаммов туберкулеза, которые проводит Надежда Михайловна, очень важны для нашего здравоохранения. Я готов приостановить свою тему для того, чтобы вы, Аркадий Васильевич, изыскали возможности закончить тесты Надежды Михайловны. Послушайте, мне не нужны ничьи жертвы. Я просто хочу, чтобы соблюдали сроки проведения тестов для нашего отдела. Я только предложил. Вы пока тут благородство играете. Расскажите, что мне делать? Закрываться? Так вполне возможно, этим все и закончится. Сил моих больше нет. Прошу прощения. Надя, ну почему ты все время ссоришься с филиалом? Тебе ведь от этого тоже хуже. Да потому что мне надоело. Но я ведь предложил решение проблемы. Но ты отказываешься. Лёнь, ты даже не начинай. Отпусти меня лучше сегодня пораньше. Младшая сестра с дочкой приезжает, мне надо их устроить. Да, конечно, хорошо. Ну вот и все. Я должна поехать к нему прямо сейчас. Уже поздно, Лида, тебя не пустят. И с тобой. Это же госпиталь, у них военный режим. Строго до 7, а сейчас 8. Боже, как надоело вот эта вся их показуха. Чуть что нельзя. А если завтра поздно будет? Лида, не говори так. Все образуется. Сейчас приедем, примешь ванну. Вода, слава богу, есть. И завтра. Красивая, умная. Пойдешь к Кириллу? Тетя Надь, а где Мишка? Дома. Где же ему еще быть? А он уже, наверное, большой, да? Ну, ты тоже подросла. Вот сейчас будет светофор. За ним направо. Надя, здесь ведь так ничего и не изменилось. Да это потому, что денег на ремонт нет. Вот заработаю, и такой евро тут закачу. Господи! Миш! Ну, сделай потише. Наушники одену. Слушай, а у меня вот нет такой фотографии. Какой? Вот этой. А-а-а. Хорошая. А у меня есть. У тебя что-то нормальное? Например? Например, Мираж, знаешь такую группу? Ну, у тебя и вкусы. У меня? На себя посмотри, у тебя как будто бы лучше. Сейчас. Будет тебе Мираж. Ну, так Маш, это же ты! Я. Ты что, каратист? Тхэквондо занимаюсь. И что, выиграл какие-то соревнования? Да. Какие? Ну, обычные. Какие обычные? Дай сюда.
Ну и ладно, мне даже не интересно. На, слушай свой мираж. Он ведь клялся, что уволится в запас. Говорил, квартиру дадут, и я сразу уволюсь. Я дура верила. Ну и где она, эта квартира? Какой год по служебным? Ну да. Слушай, а помнишь, как он в Сокольниках всю клумбу для тебя оборвал? Его чуть в милицию не забрали. Красивые такие тюльпаны с белой бахромой. Да, да. Он мне раньше часто цветы дарил. Бывает, купит на последний. В доме хлеб один, тот черствый. Сядешь, так и подумаешь. Что же мы живем-то, как не люди, защитники Отечества? Все будет хорошо, Лидка. Давай выпьем. Перевязка в порядке. Катя, это кто? Не знаю. Что вы здесь делаете? Кто вас пустил? Здесь нельзя посторонним находиться. Я не посторонняя. Я его жена. Скажите, как он? Во-первых, успокойтесь. Если вы будете нервничать, вашему мужу это никак не поможет. Его недавно прооперировали. Когда? Вчера. А, ну и как он? Все хорошо? Да, хорошо. Но вам лучше поговорить с заведующим отделения. Идемте, я вас к нему провожу. Идемте. Прошу. Ну, что вам сказать? Операция прошла успешно. Спасибо. Я даже не знаю, как... Лидия Михайловна, пожалуйста, подождите. Я повторяю. Операция прошла успешно, но только на данном этапе. Один осколок, самый опасный, застрял в сердечной мышце. О, Господи. К сожалению, мы не располагаем оборудованием, необходимым для проведения второй операции. И ни одна больница в Москве не располагает. А операция нужна. Нужна срочно. Счет идет даже не на месяцы. Ну, что же мне делать? В Германии есть замечательная клиника в Берлине. Мы с ней сотрудничали еще во времена ГДР. Главный врач у них, мой старый знакомый, прекрасный специалист, Герд Дитрих Зайдлер. Но... Это за деньги? Да. И сколько это стоит? Ну, точно я вам не скажу. Они сами назовут сумму. После того, как проведут предварительное обследование. Полное лечение, я думаю, обойдется где-то в районе 1050. Ну, естественно, не рублей. Ну, наконец-то. Как дела? Видела Кирилла? Видела. Ну? Только меня к нему не пустили. Он еще не пришел в себя после операции. Его уже прооперировали? Когда? Вчера. И как, прошло успешно? Лида, не молчи. Лида, что-то случилось? Лида, что с Кириллом? Мама, что с папой? Только не молчи, мама, ему плохо. Хирург сказал, что операция прошла успешно. Ну ты напугала. Вытят ли действительно? Успешно. А какой в этом смысл? А? Какой в этом смысл? Пойдем. Миша, подождите в гостиной.
Иди сюда. Давай, рассказывай, в чем дело. Он сказал, что ему нужна еще одна операция. В Германии. Знаешь, сколько она стоит, Надь? 50 тысяч. И как он это сказал? И, конечно же, не рублей. 50 тысяч долларов, Надя. Ты понимаешь, где я возьму эти деньги? Говорил я ему, уходи из армии. Что мы как бомжи по этим служебным съемным квартирам? У ребенка даже кроссовок нет. Ничего нет, ты понимаешь? 50 тысяч долларов. Господи, Надя. Он же умрет. Что мне делать? Где я возьму их? Так, как что делать? Идти в Министерство обороны, стучать кулаком по столу, требовать деньги. Они обязаны, послушай. Слышишь, ты его жена, кто ему поможет, если не ты? Лида, ты вспомни, что отец говорил. Что отец говорил? Никогда не сдаваться. У тебя все получится. Ты завтра пойдешь и все сделаешь. Лида, хочешь, я с тобой пойду? Нет, я сама. Я пойду. Ну вот, молодец. Все будет хорошо. Слышишь меня? Все будет хорошо. Все будет хорошо. Катенька, найдите мне, пожалуйста, папочку 312/3. Войдите. Здравствуйте. Меня к вам из отдела кадров прислали. По какому вопросу? Я жена майора Соломина. Его тяжело ранило на Кавказе. Он здесь в госпитале в Москве, в Бурденко. Да вы присаживайтесь. Как вы сказали фамилию вашего мужа? Соломин Кирилл Андреевич. Соломин Кирилл Андреевич. Ему очень серьезная операция нужна. Тогда ему смогут помочь только медики. Нет, мне сказали, что в Москве это не могут. Надо в Германию. Там у них опыт, оборудование. 50 тысяч долларов. Чтобы моего мужа в Германию. Понимаете? Да, конечно, конечно. Простите, как вас зовут? Лида. А по отчеству? Михайловна. Видите, Лидия Михайловна, я сожалею, но мы не имеем ни средств, ни даже полномочий, когда речь идет о таких вещах. Подождите. Ну зачем вы так? Мы понимаем, как вам тяжело, и поможем в силу своих, как говорится. В общем, не дай бог, конечно, но если вдруг все-таки летальный исход, то мы оплатим все расходы по проведению траурных мероприятий в пределах разумного, конечно. Да, я все поняла. Спасибо. Пожалуйста. Привет. Мама. Что происходит? Тетя Лида закрылась и не открывает. Мама, открой, мама. Лида, открой. Лида. Что? Ты была в министерстве? Да. И что они сказали? Хочешь узнать, что сказали? Сказали, что помогут с похоронами, а на лечение у них денег нет. Лида, мы найдем деньги, слышишь? Найдем, мы что-нибудь придумаем. Что мы придумаем? Возьмем автомат, ограбим кого-нибудь. Машенька, все будет хорошо. Послушай, а ты любишь компьютерные игры, а? Может быть, ты с Мишей поиграешь? Он тебя научит. Не нужен мне ваш компьютер, мне вообще ничего от вас не Маша! Нужно! Маша, подожди! Ты еще не ложилась? Нет. Что делать будем? Дядю Кирилла жалко. Попробую взять кредит. С твоей зарплатой? Ну, устроюсь еще куда-нибудь. Хоть уборщицей в нашей НИИ. Ты уборщицей? Ну, тогда я тоже куда-нибудь устроюсь. Куда? На автомойку. У меня друган работает и нормально получает. Пойдем спать. Пойдем. Так.
минимальный годовой процент в вашем случае составит 23 в рублях и 11 в долларовом эквиваленте. Плюс 2% банковские издержки. Это получается почти 5000 долларов в год? Скажем, почти 6. А в месяц? На сколько лет это получается? При вашем ежемесячном доходе, ну, примерно лет 15-20. А других вариантов нет? Есть. Под обеспечение. Есть у вас что-нибудь ценное? Ну, скажем, какое-либо имущество, которое могло бы в случае форс-мажора стать гарантией. Ну, допустим, ценные бумаги, возможно, драгметаллы или недвижимость. Ну, у меня есть квартира в центре, в сталинском доме. Угу, прекрасно. Будьте добры, общую площадь. 140 метров. 140 метров. В таком случае... Вот. В случае невыплаты ваша квартира будет оценена в такую сумму и перейдет в собственность банка. Послушайте, но моя же квартира стоит в 2 раза дороже. Я понимаю, но как вы хотели? Вы же не хотите сказать, что банк должен существовать в ущерб себе? Нет, но... Ну и потом, вы же не собираетесь продавать квартиру. Вы собираетесь вовремя выплатить деньги, взятые под залог. Соответственно, такой процент. Понятно. Я подумаю. Подумайте. Спасибо, до свидания. Всего доброго. Вчера делали анализы нормальные, у него лейкоциты, в принципе, здравствуйте. В норме. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот, поэтому... Девочки, у меня к вам просьба. Помните, работала у вас МНС-ка Леночка? В недвижимость еще ушла. Фамилии не помню. Нет ли у вас ее телефона? А, Голикова, наверное. Яркая такая брюнетка. Ну да. Есть, записано где-то. Сейчас посмотрю. Спасибо. Здравствуйте. Будьте добры, Голикову. А, Лен, привет. Да, это Надя Коростылева из НИИ. Помнишь? Угу. Спасибо, хорошо. Не, я по-другому к тебе делу. Мне нужна твоя помощь. Срочно. Вопрос жизни и смерти. Угу. Хорошо, давай. Да, сейчас записываю. Да, улица. Привет. А где дети? В парк пошли. Очень хорошо. Мне нужно с тобой наедине поговорить. О чем? Я нашла выход. Я нашла выход. Мы продадим квартиру. Ты с ума сошла? Бред какой-то. Ну почему бред? Мы продадим эту и купим другую поменьше в Подмосковье. Что поменьше? И главное, где поменьше? Сколько у тебя останется от продажи? 10000? 15? Ничего, нам хватит. Сумасшедшая. Продать родной дом. Мы же здесь выросли. Вот именно что мы. Мы. На эту квартиру имею право не только я, но и ты. Мы ее продадим и купим, наверное, 3-комнатную в Оболонске. Это недалеко, под Москвой, 100 км. Значит так, ты опять за всех все решила. Ты хоть представляешь, что такое твой Оболонск? Что такое вообще провинциальные городки, знаешь? А я в них жила и очень хорошо представляю. Ничего там хорошего нет и не будет. Лидка, в Оболонске наш филиал, филиал нашего института. Там прекрасные лаборатории, замечательные сотрудники. Послушай, я уже 10 лет работаю над своей темой, и последние 2 года вообще никаких сдвигов. А там на месте я смогу довести все до конца. Понятно? А дети? Что дети? Школа. Что значит школа? Ты что, думаешь, в Оболонске школ нет?
Вот как раз школа там есть, я тебя уверяю. Ну, я не знаю. Надя, решай сама. Лидка, ты? Я, милый, я. А я голос твой услышал. Думаю, не может быть. Как она здесь оказалась? Да мы уже 3 дня в Москве. Машка? Конечно. Вцепилась в меня, я, говорит, тоже поеду. Я ее уговаривала ни в какую. Пришлось взять. Лидия Михайловна, пойдемте. Ему еще нельзя разговаривать. Ярослав Михайлович. Лидия Михайловна, если вас здесь застанут, меня уволят. Ярослав Михайлович, сейчас минутку. Надя переживает очень. Привет передает. Ей тоже. Лидия Михайловна, пожалуйста. Да, ждем. Леонид Владимирович. Надюш, ну что ты так официально? Мы же здесь одни. Ну, потому что я пришла как подчиненная к начальнику. А-а-а. Отпусти меня в Оболонский филиал. Чего? Я прошу тебя помочь мне с переводом в наш филиал в Оболонске. Я переезжаю туда на постоянное место жительства. Погоди, погоди. Как ты переезжаешь? Ты серьезно, что ли? Муж моей младшей сестры в тяжелом состоянии. Нужна операция в Германии. Дорогая. В общем, придется продать квартиру. Квартиру? Да. Ну, погоди, а как же Мишка? А что Мишка? Мишка со мной, как всегда. Надь, ну вот как-то не укладывается. Может, ну, как-то иначе решить эту проблему? О какой сумме идет речь? Я помогу. 50 тысяч УЕ. Сожалею. Я тоже. Но откладывать нельзя. Нужно что-то решать быстро. Врач сказал, что иначе будет поздно. Ну, ты поможешь с переводом? Да, конечно, конечно. Они в Оболонске рады будут получить такого специалиста. Ну да, спасибо. Ведь Новохренова, дался тебе этот Оболонск. Извини, нервы. Женщина, вы не скажете, где здесь 6-я квартира? Вот в этом подъезде на 2-м этаже. Угу. Спасибо. Ага. Здесь. Сюда. А где хозяева? А, здесь 100 лет никто не живет. В Москву перебрались. Угу. Помоги мне. Пойдем. Что скажешь?
Как тебе этот гадюшник? Засада? Жить можно. Да? Только надо быстрее все оформить. Ладно, хорошо. Привет. Здравствуйте. Проходите, пожалуйста. Здрасте. Знакомься, Антон Савельевич и его жена Алла. Очень приятно. Вы извините, у нас не убрано. Антон! Лена, здесь нужен конкретный ремонт. Не то слово. Легкий косметический ремонтик. Легкий? Пройдемте на кухню. Мы разберемся. Это гостиная? А сколько здесь метров, Лен? 36 метров. Прекрасный вид из окна, центр города, Антон Савельевич. А посмотрите, здесь есть еще одна комната. А ты уверен, что здесь тараканов нет? Ты квартиру смотри, чтоб потом не вякало мне. То не то, это не это. Тараканов. Выведут твоих тараканов, Алла. Давайте продолжим осмотр. Идем посмотрим. 39 метров. Высокие потолки. Лепнина. Солнечная сторона. Балкон. Липы. Стоянка. Антон Савельевич, за такие деньги вы нигде не купите. Окей. Значит так. Это договор. Угу. Это свидетельство о собственности, копии и очень важная справка от опеки и попечительства о том, что права несовершеннолетнего не ущемляются. Лена, одну минуту. Я же читаю, не тараторьте. Хорошо. Антон Савельевич. Да. Войдите, пожалуйста, в наше положение. У нас двое детей, школа. Дайте нам переезд хотя бы 2 недели. Мне все равно, делайте, как хотите. А, хотя разве... Аллочка. Да. Зайенька, привет. Послушай... Наши продавцы просят 2 недели на переезд. Там у них... Ну они что, с ума сошли? Максимум неделя. Ну хорошо. Я потом перезвоню тебе. Аллочка считает, что 1 недели будет вполне достаточно. А в остальном все. Я готов подписать. Отлично. Прошу. Аккуратнее. Полегче, полегче. Папочка, здравствуй. Здравствуй, солнышко. Как ты? Ну, видишь как. Здравствуй, Настя. Здравствуй, Кирилл. Ты как себя чувствуешь? На все 100. Мой хороший. Леди Михайловна, здесь все документы. Да. Снимки, анализы. И передавайте от меня привет Геру Дитрихов. Хорошо, я все... Что вы стоите? Давайте быстрее. Ну все, давай. Маша. Осторожнее, Лёша. Слушайте, тетю Надю, учебу не забрасывай, а то я тебя знаю. Мам. Ну ничего, ничего, мы папу подлечим и вернемся. Лидия Михайловна. Все будет хорошо, моя девочка, давай не плачь. Держись. Лидия Михайловна, пожалуйста. Все, давай. Держи меня. Пока, Миша. Самолет? Да-да. Не опоздают, Ярослав Михайлович? Успеет. Все нормально. 3 комнаты. Конечно, не такие большие, не такие огромные, как у нас. Но зачем нам огромные? Вот, и потолки, конечно, пониже. Но знаете ли, я никогда не любила высоких потолков. Живешь как в коробке от торта. И наверху как-то голо. Вот. Ну, чего вы так смотрите? Ну, что не так? Ну, все нормально. Ну, честное слово. Все нормально. Жить можно. Das lesen besser auf den Ohr. Herr Dietrich,
фрау Соломина ist da. Laden Sie sie ein. Good morning. Прошу, садитесь. Сюда, пожалуйста. Здрасте. Как настроение? Хорошее. Прекрасно. Как наш пансионат? Хороший. Wunderbar, very... прекрасно. Фрау Соломина, у нас будет важный и, как сказать, не очень легкий разговор. Хер Соломину предстоит тяжелый и трудная операция. Тот осколок очень близко у сердца. И поэтому ни я, ни врач, который будет лечить, прекрасный врач, Хер Клаус, мы не можем гарантировать результаты, хотя будем делать все возможное. Но как же так? Никаких гарантий? Тогда зачем все это? Фрау Лида, прошу вас, не тревожьтесь. Герр Дитрих неверно пояснил. Вам нужно подписать бумагу, что вы подтверждаете, что последствия операции могут стать непредсказуемыми. Непредсказуемыми? Уверяю вас, это стандартная процедура. Договор. Просто порядок такой. Мы Германия, и все будет очень хорошо. Только надо просто подписать тут. Все будет хорошо. Все будет хорошо? Да, да. Я хорошо. Ну, согласна, я подпишу. Прошу вас. Вот тут. Маш, Миш, проходите. Ну как? Ничего так, нормально. Жить можно. Ну вот и хорошо. Ну что ж, уважаемые коллеги, нашего полку прибыло. Разрешите представить вам нового сотрудника, Надежду Михайловну Коростылеву. Вы с ней заочно знакомы. Она автор метода экспресс-анализа штаммов микобактерий туберкулеза, который мы помогаем ей разрабатывать. Надежда Михайловна займет пост руководителя лаборатории биоиспытаний. Ну что ж, как говорится, прошу любить и жаловать. Теперь о главном, Надежда Михайловна. Ваша лаборатория проводит испытания нового препарата Давон. Его производит международная компания Rain Pharmaceutical. Прошу ускорить процесс, чтобы как можно скорее получить заключение. Хорошо. И отнеситесь к этой работе с особым вниманием. Это заказ нашего постоянного партнера. Да. Компания планирует выпустить его на рынок уже в этом году. Ну, не мне вам объяснять, какая ситуация в нашей стране с лечением туберкулеза. Иди сюда, мой хороший. О, все прекрасно. Марья Ивановна. Да-да. Вот у меня тут протокол тестов Давона за прошлый месяц. Вы писали? Да. А что-то не так? Да нет. То есть да? Здесь отмечено, что доза препарата кратно наращивалась и к сегодняшнему дню составила 0,1 грамма. Вы не ошиблись? Нет. Я действовала строго по схеме. Мы начали с 0,01 и далее по возрастающей до наступления положительного эффекта. Понятно. Спасибо. Итак, ребята, мы решаем уравнение, используя формулы, которые мы сегодня изучили.
И знайте, что результаты этой работы будут учитываться при выставлении годовой оценки, так что повнимательнее. Расписать. Слушай, Галь, а этот новенький нечеток, правда? Да, он мой. Не мечтай. Дуры, он москвич. Фига ему такие деревенские курицы нужны. Быстро отзынь, а то ржавым пожалуюсь. Галька пургу гонит. Он же на училку запал, не видите? Какие мы борзые. Что-то сказать хочешь, что ли? Быстров, прекрати разговаривать. Тебе же двойка за четверть грозит. Мне кажется, что у новенького будут проблемы. Посмотрим. Оленька? Да? Зайдите к нашим токсикологам и попросите у них данные об анализах на гепатоциты по нашим мышкам с самого первого дня. Хорошо, я скажу, чтобы подготовили. Mm-hmm. Здесь, наверное, вообще никто не учится. Чё так? Ну, знаешь, всем чем угодно на уроке занимаются. Только не уроками. И красятся, и фильмы обсуждают. Представляешь, а у тебя? У меня класс как класс. Число придурков соответствует среднестатистической. А она какая это среднестатистическая? Ну, обычный коэффициент 1 к 10. Но чем дальше от Москвы, тем хуже. Насколько хуже? Зависит от расстояния. Вот смотри, от Москвы до Оболонска сколько? Где-то больше 100, да? Ну? Ну, значит, минимум 1 к 5. Так это я что, значит, дурочка, если я в Самаре живу? Да? Ну, знаешь что, вот мой папа приедет, он тебе так накостыляет, ты от него получишь попол, понял? Да, Надь, да, я понимаю. Я держусь. Нормально все. Маше трубку дай. Сейчас позову. Но она ж у телевизора, ты знаешь. Маш! Маша! Иди с мамой поговори. Привет, мамочка. Как ты, как папа? Папа хорошо. Завтра оперируют. Как ты? Как учеба? Как школа? Все хорошо, мам. Учусь. Все нормально, даже очень. Люблю тебя. Пока, целую. Я тебя люблю. How long will it be? Nicht verstehen. Frau, darf nicht hier. Фрау Лида, операция закончилась. Все прошло положительно. Клаус Миленький, спасибо большое. Фрау Соломина, не надо плакать, ведь все хорошо. Все очень хорошо. Спасибо. И будет хорошо. Длинный, постой, давай принимай. Куда? Обратно давай. Ну, малой, бери! Давайте вот давай. На москвича уже! Ай, отлично! Так, почему так грубо играем, быстро? Николай еще одно такое нарушение, и я тебя удалю! Ну, он же хлипкий, ну что мне от него убегать? Все, закрой рот, быстро! Штрафной! Николай Николаевич! Всех разобрали? Давай, ну! Да не можешь! Все, он мой! Многополов, ты живой! Блин, и ты себе еще мозги все не отшил случайно. Быстро, помоги товарищу. Все, закончили. Счет 2-3. Выиграли левые. Девочки, быстрее построились, бегом. Ну что, неплохо. Так, новичок, откуда такой шустрый? Чем занимался? Тэквондо. Понятно, давно? С первого класса. Ну, заметно, хорошо. Так, Долгополов, береги голову. Значит так, на следующем занятии сдаем норматив по бегу. Кто не приходит, двойка без предупреждения. Я все сказал. Свободно.
Ты что, правда тэквондо занимался? Правда. Не гонишь? Да нет, не гоню. И пояс есть? Есть, юниорский. Ага, да, пояс. Видели мы таких? Видели мы, как ты в стену въехал. Да это случайно вышло. Ага, конечно, случайно. Разве кто-то сомневается? Да, пацаны? Да пошли вы. Где занимался? У себя на районе, в спортшколе. А потом чего? Потом переехали. Ладно, я пойду. А, погоди, Миш. Мы с пацанами после физры всегда пиво идем пить в кафе «Остров». Может, ты с нами? Ну, можно. А чё нет? Пацаны, догоните. Конечно. Да мы уже идем. Больше не рождения. Дело хорошее, камера надо. Права, почитай. Значит, строительство нового центра. Вот закусочку ну, сообразил. Ну что, как тебе первые дни в школе? Нормально. Мы тут за район отвечаем, сам понимаешь, время неспокойное. То с райцентра приедут, то заводские из поселка и начинают свои правила устанавливать. Да они вообще борзели, особенно этот паскуда Ларик со своей бандой. Да. А это кто? Да есть тут гад один. Хочет под себя район подмять, типа крутой. Крутой, голова с дырой. Ржавый. Здорово. Здорово. Иди к нам. Здорово. Как дела, быстрый? Нормально. Вот, знакомство отмечаем. Чё за чел? Москвич, новенький в классе. Москвич? Московский Буратинка? Мы тут пашем, как папа Карла, у вас там как? Золотые на деревьях растут? Встал! Карманы вывернул. Да ржавый, ты чего? Он нормальный парень, тэквондист. Ты бы видел, как он сегодня длинного на физре делал. Да, было дело. Было. Тэквондист? Да. Угу. Ну пусть сидит спокойненько. Пивка плесните. Возьми, ржавый. Чё в городе? Нормально все вроде. Смотри, у меня быстрый. Надежда Михайловна! Да? Мышки опять все умирают. Марья Ивановна, насколько увеличили дозу гепатопротекторов для этой группы? Вдвое, как вы велели. Понятно. Ну, собственно, чего и следовало ожидать. Оля, вы утилизируйте образцы, отнесите в ЦИТО. Пусть делают анализы на печеночные ферменты и энзимы. Угу. А я Кузнецову. Пора прекращать это недоразумение. Что это за бред вообще? Что это за бред? Да вон, это продукт всемирно известной компании. И вопрос его легализации в России – это чистая формальность. Тестирование показало, что при применении Давона в необходимых для уничтожения микобактерий дозах происходит разрушение клеток печени. Она истончается. А вы уверены, что ваши мыши погибли именно из-за гепатита, а не из-за того, что их чем-то не тем кормили? Не допускаете? Не допускаю, Аркадий Васильевич. Давон действительно высоко токсичен. Это правда. И если применять его у нас, то нужно честно предупредить, что его можно употреблять только против лекарственно-устойчивых форм. Правда? Правда. А хотите, я вам скажу настоящую правду? А она знаете в чем? В том, что заказчик не примет вашего заключения и с легкостью, уверяю вас, найдет другое место, где ему проведут тестирование на более высоком уровне. Ну как вы не можете понять, что Давон все равно выйдет на рынок. Потому что речь идет о деньгах, о больших деньгах. А наша лаборатория загнется. И вам никогда, никогда уже не удастся довести свою работу, а я не скрою, очень важную и полезную, до конца. Так, повторите исследование. Хорошо, Аркадий Васильевич. Куда
Все, не могу больше. Кормят как на убой. Можно убрать? Убери, пожалуйста. Ну, иди рассказывай. Как там наши? Как Машка? Хорошо. Надя говорит, они с Мишей подружились. Хорошо. Мишка молодец, мужик растет. Да. Ты знаешь, он тэквондо занимается. Будет защитником. Да-да. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Как самочувствие, Herr Solomon? Sehr gut. Хорошо. Здравствуйте, фрау Лида. Здравствуйте, Клаус. Как вы находите свой муж? Я нахожу свой муж очень хорошим. Совсем как новый. Bruna, vergessen Sie nicht Pipette vor dem Schlafengehen. Ja, natürlich, Herr Slapke. Лид, ты тоже иди отдыхай. А то он, смотри, круги под глазами. Да это просто свет такой. Ну ладно, мне это врать. Про свет. Дай поцелуй. Все, беги, отдыхай. Чтоб завтра как огурчик. Слушаюсь, товарищ майор. Herr Solomon. Иди, говорю. Фрау Лида, простите, что я вас напугал. Может, вас подвезти? Просто погода такая отрицательная. Может, гроза? Отрицательная? Да, отвратительная. Просто я лучше помню русские медицинские слова, чем простые. Мало практики. А, ну понятно. Ну так как насчет бесплатной такси? Почему нет? Прошу. Лида, как вам нравится Берлин? Да я его почти не вижу. Утром клиника, вечером пансионат. Телевизор ваш я тоже не могу смотреть. Скучно? Да нет, каналов много. Я же не говорю по-немецки. Фрау Лида, вы только не сердитесь. Я хотел... Я рассказал вашу историю своей маме. Она была удивлена, шокирована. Она очень хочет быть знакома с такой мужественной женщиной, как вы. Не согласитесь ли вы пообедать с ней? Ну, с нами. Я не знаю. Клаус, как-то неудобно. Неудобно? Простите, фрау Лида, я не совсем понял. Ну да, неприлично. Просто я же совсем не знакома с вашей мамой. Удобно? Очень удобно. Фрау Лида, ведь мы живем здесь очень одиноко. Одиноко? Необщительно. А, замкнуто. Обособленно. Да, обособленно. Если кого-то позвали в дом, это значит, что мы очень хотим и будем очень-очень рады. Моя мама очень-очень просит. Ну, хорошо, Клаус, давайте... Давайте навестим вашу маму. Фрау Слабки, сколько же у вас цветов? О, да-да. Это моя слабость. Роскошно. Не может быть. Фрау Лида, приезжайте ко мне в любое время. Спасибо. Можно даже без этого скучного Клауса. Он такой зануда. Ну что вы, фрау Слабки, ваш Клаус очень добрый и милый человек. Его прошлая подружка Лизбет не выдержала и покинула его прошедшим летом с каким-то сербом. Я ее понимаю.
Иногда он просто невыносимый. Мама, bitte, jetzt ist nicht die Zeit oder Ort. Klaus, я старая женщина. И очень хорошо тебя знаю. Не останавливай меня. Фрау Слабке, мне кажется, вы несправедливы к сыну. Клаус прекрасный человек и прекрасный доктор. Но он же не виноват, что у него такая невеселая профессия. Спасибо, фрау Лида, что защитили меня от фрау Слабке. Ну что вы, Клаус, вам не за что благодарить меня. Я сказала за обедом то, что действительно думаю. А Лизбет, полагаю, просто поняла, что она недостойна вас. Вот и все. Вы так шутите, фрау Соломин? Очень жестоко с вашей стороны. Ну что вы, Клаус, я не шучу. Я серьезно. И все-таки, почему вы до сих пор не женаты? Понимаете, фрау Лида, европейские женщины, они совсем не такие, как вы. Они хотят много развлекаться, ехать туда-сюда, без всяких обязательств. А потом, когда станет 40 лет, и развлекаться уже нет сил, они готовы жениться, родить. Русские совсем другие. Помню ГДР. Жена офицера, молодая, красавица, а дети уже большие. Фрау Лида, у вас есть дети? Да, девочка, 12 лет. Вот видите, я прав. Мистер Соломин счастливый человек, что у него есть такая жена, как вы. Приехали. Подождите, фрау Лида. Я открою. Как скажете. Спасибо. Bitte, фрау Лида. Где эта вертихвостка пропадает времени в жизни? Марья Ивановна, вы взяли вчера анализы из ЦИТО? Да. Вот они в верхнем ящике во второй секции. Надежда Михайловна, простите, пожалуйста. Я просто буду. Оля, вам придется заняться утилизацией образцов из четвертой группы. Опять? Да, как следовало ожидать. Аркадий Васильевич, я по Давону. А, Коростылева, это вы? Присаживайтесь. Мы закончили повторное тестирование. Оно полностью подтвердило предыдущие данные. Я не хочу подводить институт, но поймите меня правильно. Как специалист я не могу дать положительного заключения. Да и не давайте. Не нужно. Что значит «не нужно»? Компания отказалась от сертификации? Нет. Зачем ей терять такой огромный и богатый рынок сбыта? Просто, как я и предупреждал, аттестация была проведена в другом месте. Позвольте, ни один уважающий себя специалист... Но, тем не менее, факт остается фактом. Но если вы не доверяете моим словам, можете уточнить у Леонида Владимировича. А при чем здесь Леонид Владимирович? Ну как же. Аттестация была сделана у него в нашем головном НИИ. Надя, погоди. Да послушай ты меня. Да не придергивай ты. Люди не мыши. А Давон не яд. Да, он несколько токсичен. Но ведь многим помог. Помог? А кто-нибудь узнавал, что у них с печенью? Одно лечим, другое калечим? Производитель знает об этой проблеме и работает над ней.
Они продолжают его совершенствовать. Да зачем эта возня с неизученным лекарством, когда у нас есть свои отечественные препараты? Да где они отечественные? Где? Вся фармацевтика загнулась. В аптеках один китайский импорт. Ну, да послушай, ты безумная женщина. Так будет лучше для всех. Господи, что ж ты думаешь-то о других? Подумай ты хоть раз о себе! Спасибо. Хочешь пюре? Нет, сама кушай. Миш, пойдем поговорим. Ты после физики никуда не уходи, хорошо? А что такое? Ржава пацанов в кафе собирает, в остров, и тебя зовет. Ну, хорошо. Давай. Что он тебе сказал? Ничего. Ну, ты домой сама иди. Я с пацанами погуляю. Короче, дело такое. Походу, Ларик со своими решил у нас на районе обосноваться. Ни меня, ни старшаков такой расклад не устраивает. А значит, будем валить. И базарить с ними не о чем, сразу бейте. А кому ссыкотно, тот свободен. Слышь, ржавы, а че мы без ничего пойдем? Пацаны Ларика всегда железом. Да не ссы ты. Машине все готово. Ну погнали! 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 Пошли, пацаны! Погнали! О! Пашка вернулся! Ну что, как там? Нормально все? Да обломался! Нет, какие. Ларик, но я потерял банду ржавого. Я не понял, ты как потерял? Да они вроде возле кафеги стояли, а потом за угол зашли. Бас, смотрю, уже никого. И чё? Ну так получилось. Так получилось. Мафан потише сделай. Да ладно, сосал ржавый, не придёт. Сосал. Засал, засал. Самим надо разбираться и тебе. Вруби мафан, я сказал. Да ладно, ладно, чё ты? Чё ты, чё ты? Тихо! Ржавый! Пацаны, бой! Ну как слабенькие? Не, мы просто первые напали. Ну что, вечером ко мне? Оттянемся? Москвич! Да ладно! Подвинь. Пойди погуляй. Садись. Садись. Давай! Молодой. Хорошо дерешься, тэквондо. Приятно слышать. Молодец. Держи. За победу? А? Ну, за победу, так за победу. Все слышали? За нашу победу! Если кто-то еще сунется на наш район, с ними будет точно так же. Правильно? Правильно! Да! За победу! Ты где был? Ты знаешь, который час? Какая разница? Да ты пьяный. Ты дрался? Тебя били? Не кипишись ты, ну все нормально.
Это что за слова такие? Ты раньше таких слов не говорил. Что с тобой происходит, Миша? Тетя Надя правильно говорит, Миша. Ты как с этим Быстровым связался, так очень изменился в худшую сторону. На тебя ж смотреть противно. Не нравится — не смотри. И вообще, иди в свою комнату. Миша, мы не закончили. Мам, давай завтра, я спать хочу. Послушай, дорогой мой сын, если ты, конечно, в состоянии воспринимать информацию. Я никогда не вмешивалась в твою жизнь. Всегда уважала твое мнение, но сейчас... Мам, ты понимаешь, что в одиночку я здесь пропаду. Если не с ними, то я против них. А с такими тут не церемонятся. Какие странные вещи ты говоришь. А ты не заметила, что тут все странное? И не я нас сюда притащил, между прочим. Черт, ни слова не понимаю. Но, судя по всему, про войну у нас на Кавказе говорят. Лид, хоть бы перевела мне, что ли? Я английский преподаю, забыл? Опять про русский империализм пургу гонит. Интересно, кто там сейчас вместо меня? Наверное, Сережу Звонцову поставили. Ну ничего, пусть повкалывает. А то привыкли на чужом горбу. Кирилл, я давно хотела с тобой поговорить. Слушай, мы с тобой последнее время только и делаем, что говорим. А могли бы заниматься другими делами, но сама понимаешь, военно-политическая обстановка неблагоприятная. Но я серьезно, Кирилл. Лид, я тоже серьезно. Слушай, а может, плюнем на обстановку? В конце концов, я твой муж, ты моя жена. Сейчас закроем дверь и все. Лид. Нет, Кирилл, прекрати, пожалуйста. Ты знаешь, я давно хотела у тебя спросить, как ты видишь свое, то есть наше будущее? Странный вопрос. Вылечь ты, и мы вернемся. Я в полк, ты в школу. Все. Я так и думала. В чем дело? Я тебя не понимаю. Нет, это я тебя не понимаю. Как ты можешь говорить о возвращении в армию? Тебя чуть не убили, тебе мало? Это моя работа. Я офицер, у нас война идет, между прочим. Кирилл, после всего этого вернуться? Ты забыл, как с тобой поступили? Тебя же просто списали. Да если бы не Надя, ты бы сейчас не здесь лежал. Лида, я прекрасно знаю, что вы с сестрой для меня сделали. Я буду всегда об этом помнить. Но я давал присягу служить своей стране. И по своей воле я от нее не откажусь. А Маша, а я? Ты о нас подумал? Лида, прекрати. Ты прекрасно знаешь, что вы для меня самое главное в жизни. После армии. Ты слышишь, что ты говоришь? Как ты вообще можешь сравнивать? Ладно, мне все понятно. Ты знаешь, я пойду пройдусь. Как-то душно. Пойди, проветрись. Свежий воздух — лучшее средство от глупых мыслей. Guten Abend. Geht es gut? Ja, gut. Danke. Alles klar. Das machen wir. Ja, ja. Frau Lida, вам плохо? Я могу вам чем-то помочь? Да нет, Клаус. Я тут... Простите. Я вам помешал. Вы чем-то расстроены. Я ухожу, фрау Лида. Нет, постойте. Я просто... Я задумалась. С вами что-то случилось? Просто ваши глаза... Да нет. Русский — странный язык. Да и нет стоят вместе. В немецком так нельзя. Ваш муж, он очень... У него очень здоровый организм. Еще 2-3 недели, и можно ехать домой. Вы не рады, фрау Лида? Почему? Да нет, я рада. Просто я очень устала, Клаус. У меня голова болит, мигрень, наверное.
Такой цветок красивый. Вам нравится? Да, очень. Даже у вашей мамы такого нет. Хотите, я вам его подарю? Прямо сейчас? Ну что вы, как можно? Можно. Мне можно. Ведь это мое растение. Я его принес от матери. Вы ведь видели, у нее их так много, что иногда их приходится пристраивать в других местах. Клаус, не надо. Но мне будет жалко, если вы его сорвете. Пусть растет. Лида, я хочу подарить вам настоящий букет. Очень красивый. Самый-самый. Но я не могу без вашего разрешения. Вы позволите мне сделать это? Ну, да, конечно. Я пойду. До свидания. Bitte. Sie haben die Blumen bekommen, Frau. Flowers for you. For me? Okay. Oh. For you. Very expensive. No water. Okay? Okay. Water, no. Okay, okay. Danke. Welcome for danke, money. Danke. Okay. Thanks a lot. Алло, Клаус? Большое спасибо за цветы. Они прекрасны. Ну и напрасно вы боялись. Мне они очень понравились. А что вы сегодня делаете? Сегодня же выходной. У нас в Германии все отдыхают. Ой, ну я бы, конечно, очень хотела отдохнуть. Но вы же сами знаете. У меня здесь никого нет. Я думаю, что очень хотеть пригласить вас куда-нибудь. Но опять бояться. А вы не бойтесь, Клаус. Я вам доверяю. Прекрасно. У меня есть на вечер интересные идеи. Хорошо? Хорошо. Тогда до вечера. Это Прага. Одна из самых старых улиц. Очень красивая. Старое-старое здание. Симпатично, да. Венеция была. Карнавал. Видела? Да, карнавал. Я читала. А это лондонские кэбы. В Лондоне левостороннее движение. Угу. Многим неудобно. Биг Бен. Биг Бен. Это хай-тек. Архитектура. Стиль. Угу. Это в Маврикии. Я был там прошлым летом. Это просто рай. А это та самая Лизбет? Да. Она ушла от меня через месяц после нашего возвращения. Бедная Лизбет. Она совершила ужасную ошибку. Фрау Лида, вы так говорите, потому что вы, русские, очень... Как это сказать? Очень вежливые. Да вовсе нет. Я так говорю, потому что я на самом деле так думаю. Ты очень достойный человек и очень-очень привлекательный мужчина. За тебя, Клаус. Да. За нас. Ой! Ой! Простите, я такой глупый. Давайте. Простите, фрау Лида. Да это... Очень глупо. Да это ничего, это, даже говорят, это хорошая примета. Как это? Ну, вот, говорят, что если тебя человек облил шампанским, это значит, что этот человек испытывает к тебе серьезные чувства.
Правильно говорят. Лида, я испытывать к тебе очень серьезное чувство. Очень-очень. Ну, наконец-то пришла. Здравствуй, Кирилл. Два дня тебя не было. Я уж думал, ты обиделась. Так получилось. Прости. Это ты меня прости. Я не знаю, что со мной. Ну, иди сюда, садись. Кирилл, нам надо поговорить. Лид, если ты опять об отставке, то лучше не начинай. Ты прав. Я об отставке. Только не о твоей. Подставку подаю я. Что? В какую отставку? Я ухожу от тебя, Кирилл. Куда ты уходишь? К другому мужчине. Так получилось. Чисто случайно, я не хотела. Просто я не могу так больше, Кирилл. Не могу. Где ты была эти дни? Где ты была эти дни? У него. Уходи. Кирилл, мы приличные люди. Давай расстанемся по-доброму. Я не хочу тебя видеть. Уходи отсюда. Пошла вон! Надя, вот только не надо дежурных фраз. Я прекрасно понимаю, что ты сейчас обо мне думаешь, но ты меня тоже пойми, хорошо? Я выходила замуж за молодого офицера. Я думала, он меня счастливой сделает. А что я получила? Человека, для которого свое эго выше всего на свете. И он для него готов всем пожертвовать. Своей жизнью. И моей жизнью, да. И даже Маши. Ты знаешь, мне это надоело. Надоело, я не хочу так больше. Да что такое ты говоришь? Этого же не может быть. Вы столько лет вместе. Да ты просто устала. Ты знаешь, я все поняла. Я все поняла. Ты просто не хочешь, чтобы я была счастлива. Для тебя принципы важнее, чем человек. Ты знаешь, я уже выросла из этих штанишек и не хочу в них снова влезать. У меня к тебе последняя просьба. Расскажи обо всем Маше. Я от нее ничего не скрываю. Лида, Лида! Лида, послушай! Делай то, что Лида! Я прошу. Миша. Не начинай, а. Мне нужно, чтобы ты сегодня остался дома. Мам. Только что звонила тетя Лида. Она уходит от дяди Кирилла. Как? Дядя Кирилл, он же... он герой. Не знаю, что у них там случилось. Но меня больше волнует, как мы об этом скажем Маше. Боже мой, какая страшная история. Но больше всего я люблю историю про любовь. А вот тут есть одна ужасно страшная, но при этом она про любовь. Садитесь, Светлана, садитесь. Сейчас самое интересное начнется.
Санчо сказал родителям, что пойдет в библиотеку. А на самом деле он идет на вечеринку к другу. Садитесь. Миш, ты что такой кислый? Смотри, интересно же. Смотри. Тетя Надь, вы чего? Маш, нам нужно поговорить. Ну хорошо, вы говорите. А я телек включу и сделаю тихо-тихо. Чего ты заладила? Телек. Миша. Ты посидеть не можешь 5 минут? Миша. Маш, дело в том, что в вашей семье, в нашей семье, предстоят серьезные перемены. Вот. А, я знаю. Вы замуж выходите? Нет. Почему замуж? Ну, знаете, я в кино смотрела, там мама приходит, садится с сыном и говорит: нашей семье предстоят серьезные перемены. А потом оказывается, что она выходит замуж за хорошего дяденьку. Только сыну тот дяденька почему-то не нравится. Нет, Машенька. Дело в том, что твои папа и мама больше не будут жить вместе. Почему? Ну, ты уже большая девочка, должна понимать. Твоя мама, она встретила и полюбила другого человека. Так не бывает. У мамы есть папа, мама любит папу. Маш, в жизни так случается. Иногда люди перестают испытывать друг другу чувства. И тогда им нет смысла жить вместе. Понимаешь? Вы все врете! У мамы есть папа! Мама любит папу! И что теперь? Данке. Bitte, Herr Dietrich. У вас удивительно прочное сердце, Херр Соломин. Работает как часы. Когда мне выпишут, мистер Дитрих? Вы русские, очень быстрые, торопливые люди, терпением. 10-7 дней я вас отпускаю. Мистер Дитрих, выпишите меня завтра. Невозможно, Херр Соломин, надо ждать. Ну, wie hat er? Gut, aber nicht genug, um der Klinik zu verlassen. Was? Херр Соломин требует, чтобы его выпустили. Скажите вы, как врач, что рано. Вы не можете сейчас прекратить лечение. Нужно, чтобы организм восстановился. Надо терпеть еще 10 дней. Ну или хотя бы неделю. Тогда можем решать. Мне нужно ехать. Срочно. Herr Dietrich, kann ich weg? War ich für den Patienten warten? Ну вот, ваш врач говорит, 10 дней. Если не выпишете, сам уйду.